Какое сегодня число, молодой человек? Какое сегодня число? Какое сегодня число? По-моему, 15 или 16. Октября. Мы вышли, похолодало, у нас 5 градусов тепла. Давай, пошли, поверим. Давай. Заряжаться надо. Пусто. Ну чё, падаешь здесь, я падаю туда. А? Падаешь здесь, я пойду туда. Где? Я буду там. А ну ты что, напротив друг друга? Нет, так стреляем только туда. А? Только в ту сторону стреляем. Нет, они садиться будут здесь. Надо вот садиться один здесь, один здесь, один здесь. Не понял по-русски. Один здесь и один здесь. Один здесь. Вот, там они находили больше, чем здесь. Ну давай зачем? Пошли туда. Там можно и на первое озеро пойти. Нет, пока не заметил, он еще идет, но высоко идет. Очень высоко идет. Снижается. Но высоко идет. Да, пускай разведка уходит. Разведка идет. Высоко. Стоим, ждем. Солнце вот уже почти село. Красивый закат. Ждем гуся. Пока ничего. Пролетело 4 штуки разведка. По полям дофига его. Белый пришел гусь. Но пока не слышно. До последнего сидит. Жирует. Когда стреляли последнюю охоту, зев весь забит. Полностью. До горла. И пошел тоже поздно. Ну посмотрим. У нас еще есть 30-40 минут светового дня. Похолодало 5 градусов. Всего лишь. Было 20-22. Да, утки идут. Ну сейчас мы посмотрим. Давай падаем. Посмотрим, куда упадут. И тогда уже будет все. А? Я говорю, сядем, посмотрим, куда упадут. Уточки пошли. По крайней мере, они скажут, где они ночуют. Ты знаешь, в прошлый раз утки пораньше пришли, чем гуси, ты помнишь? Первые гуси и утки пришли. А? Высоковато идет. Понял? Значит, они будут падать сюда. Вставай туда. Юрыч, идет разворот. Разворот.
Давай. Чего ты не стрелял? Ты чего не стрелял, дорогой? Что? Что случилось у тебя? Что случилось у тебя? Юрыч, он ли возвращается?